Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. У нас спортивная рыбацкая четырехборья. Езда по лесу на велике, потом ловля рыбы, затем спортивное купание и опять назад на велике. Очень хорошая у нас программа. Здоровье прибавляется, коронавирус улетучивается. Вот, дорогие мои подписчики, только забросил удочки, прикормил. Идет дождь, гремит гром, а мы поймали вот первого подлещика. На таранку самый раз. А вот и плотвичка на пшеничку. Еще одна плотвичка. Наверное, я плотвичку больше показывать не буду. Если что, в конце покажу результат. Или если что-то будет интересное, выдающееся. Смотрите, какая прекрасная плотва на пшеничку. Ух, красота. Вот она в руке, что вы видели размер какой. Классный. На пшеничку берет плотвичка. Редко, но метко. О, какая красавица. Видите? Отличная, суперовая. На таранку пойдет. Мама, не горюй. Ускакала, чуть не убежала. Ну, поймал. Включай. Не надо ничего говорить. Мы плаваем на спине, а потом плаваем. Николай, как водичка? Вода обалденная. Мокрая? Мокрая, теплая. Класс. Все, выключи. И вот член нашей команды, красавица, заходит в воду. Но прежде чем зайти, она должна что-то сделать. Помахать мне ручкой, уже помахала. Вот она плывет. Это член нашего экипажа, но рыбу она не ловит. Категорически. Ее, наверное, надо исключить из нашего охот-коллектива. Вот. Наглая морда лица. Волосы мочить не будем, нет? Что? Волосы мочить не будем? Нет, конечно. Как водичка? Бесподобная. Хорошо, давай, плавай. Все, сейчас снова на велосипеды и домой. Вон другой велосипед. И вперед. Рыбу жарить. Велосипедистка. Смотрите, какое небо красивое. Гром гремит. Красота.